Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан и Данилка. Всем привет, ребят. Мы продолжаем играть на нашем загадочном острове и выживать, проходить задания и все такое, что тут есть. Что, готов? Давай, открывай, я сразу туда забегу и... Давай. Опа! Где тут спавнер? Стой, 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 не беги, не беги, не беги. Нету, нету. А, тут из раздатчика они были, все, понял. А, то есть... Так что нету, а, тут понятно. Спавнер, иди так. Сюда, смотри, тут какое-то препятствие. И читай. Чё читай? Читай, там книжка. Нету никакой книжки, ты забрал, наверное. Чё я не забирал? Вон, Ender Chest, Author, Master. Вытащи ее, у меня ее нету там. Потому что ты ее, наверное, первый взял и... Так, Ender Chest. О, кстати, надо... Использую Ender Chest для самых ценных вещей. И... Перелететь имеет в виду? Ну, в смысле, для самых ценных вещей, чтобы не потерять и такое всякое. Но если у нас стоит вот это, что мы не... Ну, что вещи не выпадают, поэтому нету смысла даже туда ставить. Так. Так, я попробую первый. Ну, давай, потом, если умрешь, ты поехаешься ко мне. Так. Так. Я более-менее силен в паркуре. Мне удавалось проходить, так что все. Стивс дом. Так, все, давай, попробуй. Интересно, интересно. Ну а тут уже все. Ну да. Тут уже не интересно. Стивс. О. Так, тут пусто, тут все пусто, может не смотреть. Ну так это понятно, сделай, чтобы если мы там умерли, то тут мы забрали бы. Ищи отсюда. Так, это все нужно освещать. О! Опа, ты спавнер опа, пропустил, но хотя это все нужно освещать. Все. Тихо, тихо. Убивай всех. Есть. Так, вроде все. Ну тут данж, смотри, мы еще ох, один ты данж. Ты нифига нашли. Заглянь! Я беру башку и один меч, ты себе. А тоже. Я вот этот меч. Там на нем тогда небесный давай кара я... и отдача. Короче. О, изумруд. Я беру все, потом мы разберемся. Ребята, мы нашли еще одну башкинцию. А, тихо, 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 тихо. Крипер, крипер. Тихо, 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 иди отсюда. Все. Стой. Не бей наших. Не иди, не иди, стой тут, не иди вперед пока что. Мы еще одну башку нашли. Отлично, уже вторая голова. Да, нам еще две осталось, ты прокачивай, у меня уже меч прокачанный на 43, прикинь. У меня вообще ничего не показывает. Лол. Ты нажми на букву L. Так я и говорю, мне нельзя пока ничего сейчас прокачивать. Опа. Это все взрывается. Отойди назад, назад, взрываем. Что, пробуем? Да. О. Так, ща. Давай. Все, назад, назад. Вдруг там какой-то еще туннель, иди, не знаю. Иди что-нибудь. Ох ты, ох. Нормально. Оу. Ща. Последний раз так зомби взорвался. А, это обычный выход. Нифига себе, ты тут... Извини, я тебя ударил. Да, не, вроде не. А, хотя фиг его знает. Так. Все, поднимаемся наверх тогда. Да. И момент, когда мы... Ух, крипер, тут засада, засада. Так, ну что? Ты где? Смотри, тут еще какой-то данж. Иди сюда. Да, я вижу. Отбиваемся и отбиваемся и заходим. Ё-моё, сколько их тут? Господи. Так, все, заходи сюда. Стой, не заходи внутрь, не заходи. Двое, так, все, стой тут. Все, давай. Ща. Готов? Дай передохнуть хотя бы немного. Такой экшен попер, да, скажи. С одного данжа вылезли, тут сразу же другой. Конечно. Иди сюда. Иди сюда. Смотри. Я только что там что-то видел. Какой-то... Скажи, там проход в две стороны, короче. Там какой-то ник, да. Да, я об этом и говорю, какой-то ник. Ты видишь тоже? Слышь, ребята, может, там на сервер кто-то зашел? Или привидение какое-то. Я тоже, я вот. Короче, давай решим, кто в какую сторону пойдет. Вместе, тут лучше вместе держаться. Давай, пошли. Только меня не зацепи. И стой. Опа, иди сюда, сюда, иди. Сюда, и сюда, лучше... сюда, сюда, сюда. Сейчас жди ты, дурачина. Сначала сундук. Нужно все осветить. Там сундук. Что там? Алмазный топор. Забирай. И книжки. Я забираю книжки и вот это все. Хотя я не вижу смысла, но... Так. Вот пойдем. Где там? Фу, все, стой. Пойдем. Иди сюда. Тут нужно все лутать, смотреть, искать. Я там спамер вижу. Где? Рушим. Ну, да, рушим. Да.
Ну и все, и тут, думаю, ничего больше нету. А что там за ник был? И где он вообще? А вон он. Вижу. В угол сейчас, подойди. Вижу. Может, доберемся до него? Да нет, это, наверное, знаешь, тут там же... Там еще один, посмотри. Слушай, тут же церковь рядом, поэтому, наверное, там данж церкви. А, да, точняк. Поэтому... А мы пойдем... Да, и в финал уже придем, поэтому нет. Без двух голов. Тихо, осторожнее, обходи вот эту. Я уже вышел. А нам еще действительно две головы нужны. Обходи! Кого обходи? Ты вещи мои подобрал, которые я выкинул. Так ты говори, что обходить. Я такой, обходи. Я же тебе сказал, я вещи выкинул, обходи. Да, пофиг. Так, что, идем домой? Где? А, вот он ты. Такой боец. Сзади тебя скелет. Ему осталось немного. Да сколько ж тут? О, господи. Они все топают и топают. Все, давай за мной. Тупо бежим домой и размещаем еще одну голову. Да и все. Слушай, тогда мы, получается, уже два данжа облутали. Да, получается, и осталась половина. Ровно остался половина. Остался тот большой данж. Остался... Чё остался? Большой данж и церковь. Наверное. И больше, да. Я, если честно, не видел ничего. Видимо, церковь — это не конечная станция, потому что если да. Церковь, то надо будет назад потом уходить. Потому что голову уже так и так ставить. Ну, вот так. Я не знаю, как они. Может, мы какой-то данж пропустили. Или, может, здесь что-нибудь на спавне сделают, то чтобы выйти как-то. А, это крипер, голова мне. Так, крипер, я ставлю. Иди сюда. Human head. Бабам! Все, ребят, еще одна башка. Осталось зомби и скелетона. Да, я не знаю, где они могут быть. Мы облутали. Смотри, но если просто рассуждать, нам остался тот большой данж, и больше я не знаю. И все. И церковь, и все, да, и да. Больше ничего. У меня уже сворд на 50 прокачан. Нормально. Все, это максимум. 16, потом мининг на 24 и дефенс на 24. И арчери еще на 16. Угу. Тогда иди сюда, складываем вещи и топаем в большой данж. Сейчас мы, короче, все данжи за серию облутаем. Я сделаю, знаешь что, у тебя есть дерево? Ща. Дерево? Я беру. Я сделаю отдельный данж, какой данж? Отдельный данж. Я сделаю отдельный сундук только для вещей. Окей. То есть мы туда только вещи будем складывать. Да, я понял. Так, мне надо арбузики взять. Покушать. Так, это я беру. Все, отлично. Я покушал. Беру. Думаю, если мы облутаем все эти данжики, то можно будет уже и тогда на этом не заморачиваться, и тогда сразу же это прекратить, потом снимать. В смысле? Ну, есть такие люди на Ютубе, которые, знаешь, после того, как они все прошли, они еще немного развивались, ходили там. А ну, зачем? Если мы пройдем всю карту. Затягивать. Ну да. Лучше новую карту начать, чем одну и ту же проходить. И непонятно зачем. Так. Выкладывай нафиг все вещи. Знаешь, что еще сделаем? Че? Давай еще сделаю один сундук, но только... Ты можешь еще дерево немного добыть? Или там есть? Там есть. То есть смотри, ща. Чтобы просто, знаешь, там весь хлам в одном месте, это, если честно, запутаться можно. Смотри, иди сюда. Смотри. Сейчас. Давай иди на секунду. Че. Левый сундук для вещей, правый для руд. То есть правый складывай все руды. Все, понял. Так, потому что это действительно просто запутаться можно, и я тоже беру. Это действительно просто запутываешься очень. Жемчуг. Короче, я складываю все туда, сейчас возьму, что мне нужно будет. Ага. Так, это я сюда. Сюда. Все. Я складировал. А зачем ты кирпич взял и слайм болты взял? Ну пусть это тоже же как. И ганпаудер взял, это часть. Нет, это не руды. Все равно. Ой, да господи, ё-моё. А гнилую плоть ты вообще сюда зачем взял? Выкинуть отсюда. Да пофиг. Не переношу гнилую плоть, он вонять сюда от сундуков будет. А, ну ладно. Так, это сюда. Вроде все, я выложил. Это тоже выложил. Все, сейчас беру свои вещи обратно. Это беру. Это а беру. Вещи, это... А, кстати, стрелы лежат в сундуке. Так возьми. Сюда. Твои же. Ну да.
это сюда, это сюда. 4 дискетки, ё-моё, чем нам столько? Чего? Дискетки, говорю, 4. Да, мгновенное лечение, окей. Все, идем? Да, идем. Пошли. Давай за мной. Че, пошли в ту пещеру? Да. И мне так кажется, это самый большой данж нам будет. Угу. Все, тут пойдем. Еще один данж под этим, помнишь? Да. Эльф и, не знаю, там, какой там, Иор. То, что если мы не облутаем все данжи, то я на карте смогу посмотреть, где еще есть подземные данжи. Потому что если мы их не найдем, то нужно как-то будет их искать. Потому что тут, видишь, тут куча запрятанных данжей, просто куча. И мы толком все найти не сможем сами. Так, ну что, ты за мной? Крайней мере. Ну да. Да, в принципе, можно. Так, я бегу. Так, ща бы как сюда забраться. Это что такое? А, это сиденье. Второй раз уже сталкиваемся. Да, второй раз, думаю, это сундук какой-то. А тут видишь, что тут уже мостик построил, можно тут подняться как-то. Если я бы его не построил бы. Так, поднимайся. Сюда. Видишь, какой я заботливый. А, ну да, ты наперед это все продумал. Так, вот здесь я лестницу для себя придумал ее. Твою ж упал. Так, это сюда. Все, залази. Тут алмазик. Иди сюда, назад. Что ли я упал? У тебя есть кирка, потому что я не взял на удачу. Добывай. Один. Пускай. Так, ну что, ребята, мы в этом данже? Идем? Да, идем. Давай я первый, ты стой. Ах ты какой хитрый, все, да. Ему взрывать, ему да. Прыгать, да, конечно. Ему. Хотя не спускайся, тут больше ничего толком нет. Бабач. Так, все. Так, освещаем. Ой, тихо. Что тут? Кипаут. Все, бежим дальше. Да не беги ты так вперед, тут куча спавнеров. Каких спавнеров? Не знаю. Ну уже нету. Так, еще один вижу. Быстренько освещу тут, ломаю. Надо было киркой на удачу. Ведьма, которой тоже нету, отлично. Так, все, тут ничего. О, лол, ты смотри. Идешь первый или я? Давай я, потом если что ты пекнешься. Все, давай, прыгай там. Пойдем. О. A cold shiver runs down your spine. Ну бежим. Бежим. Так, освещаем быстренько все. Чё тут? You must shoot to pass. А, все, я понял. Стреляй. Попадай там. Все. Да. Ух ты, я лук нашел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это походу, наверное, лук этот и давали для того, чтобы как бы мы все здесь это. Ну ты понял. Ё-моё. Так, ща. Давай кто-то вперед, кто-то назад, потому что мы так друг друга давай, чем. Все. Ай, освещаю, быстренько, осветил. Ху, все. Давай, выжили. Освещай, я буду ломать. Давай. Спавнеры, оба, сломал. Ху, все, давай передохнем немного, а то давай. Как-то все на одном... Не, просто на одном дыхании. Решаешь? Че? Сюда, там еще. Ща, жди. Я лук на бесконечность нашел. Нормально. Слушай, а вот тут что? Вот тут. Где, вот тут? Нет, вот тут. А вот тут, я не знаю, тут дверь. Топаем туда? Так она железная, никак не открыть. Видимо, туда надо будет спускаться, чтобы взять кнопку, наверное. Или, ну, давай, спускайся. Давай, пошли. Давай. Только что? Не беги там. Железный далеко. Меч, ого-го, сколько у него там возможностей, и лестница. Make sure to repair the ladder. А, все, я понял, для чего лестница. Вот. А, вот и рычаг. Все, я понял, для чего рычаг. А поставь его на место, на секунду. Чуть-чуть. Там ничего вот случайно не было? Вот. А дверь открывается. Вот ты чукче. Так, давай. Так, тихо. Быстро не бей. Да, знаешь, кто-то первый, кто-то второй, потому что я тебя бью, ты меня бьешь. Так, и... Скрипер. О, на 17 урона. Видишь, зачем прокачивать? Да. Все. Так, быстро не беги. Не бега. Там сколько братков наших. Уйдите. Ай, я свечу. Быстро, все. Мне поджог. Ну, случайно.
Ломай, я себе опять на защиту прокачиваю. Чё, прыгаем? Там ну, вода. Я пока что не знаю. Давай, я первый. Ну давай, давай. Нифига себе. Как там, как там? Обстановочка. Нормально, нормально. 5 минут, полет нормальный. Ух ты. Ты лестницу взял? Лестницу... Так, лестница... Нифига себе! Ты взял лестницу? А лестница для того, чтобы... Чтобы подняться, да? Наверху было. Забыл? У меня 3 сердечка, слышишь? Отойди. С таким напором... Ну так отойди, не лезь под мой меч. Видишь, это не я поджигаю, это кто-то... Тихо, зомби ты... А зачем ты сломал вот факел, которым я светил, спавнер? Так я спавнер наоборот разломал, зачем? Давай ты, короче, это... Я освещаю, чтобы они не спавнились, а ты потом можешь ломать. Я понял. Так, давай назад. Ты тут взял изумруд? Да. Фу, ща покушаем. У тебя еда есть еще? Да, есть. Ну ладно, все. Бери редстоун, я не знаю, может он нужен. Ой, я сейчас чихну. Так. Я себе не взял железную кирку. Слушай, я не взял железную кирку, поэтому будешь ты ломать вот эти все ресурсы. Так, смотри по сторонам. Сюда. Тут железо, я не знаю, может взять его. Скиллпоинта, блин, 3 штуки, я забыл прокачать. Я тоже. А арчери это за чем действует там? Ну там быстрее полет стрелы и вот это все. А, ну все. Можешь взять вот это, да. Возьми. Одно железо. Опа, перепрыгнул. Я тебя тут жду. Так. Все. Давай. Пойдем. Осветить все вот так. Так. Дальше не беги, потому что там у нас. Паутина, а если паутина, то там в любом случае эти мелкие пауки, которые меня бесят. Во, они вот тут. Они вот тут, да. Ну так я сначала вот это ставлю, чтобы они не спавнились, а потом уже ломать. Тут еще они. Давай, забегай. Ах ты хитрый. Тихо. Опа, ломаем. Все. Отлично. Стой. Тут зомби с лопатой угрожает мне. Так. Тихо, еще мелкие. Фу, все, нет. Сейчас. Че тут? Be careful, don't fall down the holes. По льду, короче, пробежать надо. Сказали же, осторожно, не падай вниз. Я дома оказался. Ты пехайся. Ты вообще читать не умеешь, да? Что тебе там пишут? Почему? Я увидел то, что по льду прокатиться, а вот то, что... Вот этих загогулин ты опять. Ну так ты же бежишь так тупо вперед, не смотришь, куда я бегу, что я бью. Все нормально. Конечно. И потом я тебя вот так убиваю, и ты умираешь. Нет, ты меня ни разу не убил еще. Нет, ну я тебе бью. Стой, надо прочитать. И это значит, что я еще виноват, за да? Следовать за этими килами. Давай лучше я буду вперед бежать, потому что ты куда-то бежишь и... Все нормально. Не ставь, тут даже не смей ставить вот эти... Я понял, кила. Да. Иди сюда. Где ты? Ну нормально, я еще и... С помощью этого... Назад! Фабрика. Иди назад! Ну тебе же сказали, следуй за факелами, куда ты побежал? Ну? Вот факелы! Да и тут еще так-то факел! Я нашел кнопку. Бери ее. А куда ее ставить? Так, красный... кнопка называется Кей. Ну, в смысле ключ. Я понял. И я не знаю, куда ее ставить. Пойдем, бери, может... В ту сторону, куда я шел, полезнее будет. О, у меня 15 скиллпоинтов. Ща. Я тут только осветил, чтобы разрушить этот спавнер. Ща я уберу. Давай. Так, тут ща нужно это все искать. Так, здесь пусто все. Здесь у нас что? Здесь тоже пусто. Здесь тоже какое-то место опасное. Так, все. Это все нужно смотреть. Иди сюда, все, я нашел. Что ты нашел? Выход. Как раз для этой кнопки. Ща, я железо добываю, тут его куча. Нифига себе, они тут железо поставили. Ого. Я тебе помогу. Не нужно, иди туда. К своей кнопке. Да ты сам же говорил, то без тебя не ходить, то с тобой... Ну так ты же сам пошел, искал вот там эту кнопку. Идем. Так, а ты в другую сторону пошел. Так я за железом, я тоже же искал, нет? Пойдем.
И неправильно. А, хотя, иди сюда, стой, куда побежал. Сюда, так, вот сюда. Сюда и все, ставь кнопку. Лук, лайк. Ну, короче, кнопку. Ну, короче, да, это нужно, сюда нужен ключ. Вот, куда его ставить. Сюда наверх. Поставь сюда наверх. Опа, заходи. Ну, оу. Давай. Нажимай. Не... Нет, лучше ты первый заходи. Чё там? Потому что ты лучник у нас и... Оо, ё-моё. Давай, ладно. Нужно отхилиться, я, короче, ща умру. Так, у меня одну сердечко. Like you're gonna have to build a bridge. Тебе нужно построить мост. Короче, дорогу, да. Из этого. Ой. Нужно мост построить. Да, ух, да. Ты! Прячься. Все, мне капут. А, ладно, сейчас ТП хнусь. ТП. Какой тебе там ник? Дэкут. Так ты на тап нажми и все. Тихо, осторожней. Так на ты... краю пропасти. Я бы хотел приготовить для нас дорогу вперед. Идите отсюда, идите отсюда. Все готово. Ну, отлично. Фу, ща. Фу, So you choose to fight me? Someone me and I will show you. Ну, понятно, ты решил со мной подраться, заспавни меня, я покажу, кто есть легенда. Так, place the head on the... О, череп, скелеты и суши... О, нет! Я понял, да? Что нам нужно? Ну, ставь на да, это. Да, ну нафиг, я не хочу иссушителя призывать, но... Нам это нужно. Поех... Фу, вот, ребята, даже на этой карте есть иссушитель. Ё-моё! Чё, идём? Сейчас отхилится. Там. Я ему столько хп снес. Иди отсюда, иди. Ух ты. Ох ты. На. А, ну ясно. Так, я тогда вот тут буду. Я застрял. Фу. Стой, отхились. Знаешь, что нам надо? Мгновенное лечение, огнестойкость. Огнестойкость для него, мне кажется, не понадобится. Скелетон-то надо сворд прокачать мне. Я лучше вот тут постою, отхилюсь. Как я у... Так, все, молодец, успел. Вдруг меня убьют. Я так и знал. Ну так, ща. А как нам еще убить-то, если только не с лука и не с меча? А он хилится? Да. Он еще и хилится, ты представь. Давай, кто-то по одному будем. А-а-а, ты иди смотри с... туда, вперед, вперед, посмотри, там рычаг с дверью. Ну так лучше сначала его же убить. Давай по одному. Иди первый, пока не умрешь, потом я. Все, тут какой-то данж был, я не знаю, что за данж. Небольшой, конечно. Ты пехайся, быстро. Да тихо, я и тут могу посидеть, пока не это. Нам нужно если его он убить. Выйдет, то я знаю. Так, не беги туда. Так. Нужно его убить, а не просто... Я знаю, я с крысами надо его буду убивать. Так. Я отвлекаю, а ты бей. Да, вот так вот понемногу делать. То есть с одной стороны ты, с другой я, знаешь. Так. Треть хп мы уже ему сняли. Да. Сейчас подойдет и к половине. Это хорошо, что кто-то... Застрелен, мне показалось, затрален. А как ты умер? Что-то я не понял. А я не знаю, Декут с помощью Hunting Bow. Вот, видимо, у него это умертвляющая какая-то стрела. Чё, он сейчас хилится. Я ещё умру, поэтому лучше я тут посмотрю. Осторожней будь. Да-да-да. Так, ну это я опять случайно нажал на рычаг, поэтому... У нас уже серия опять практически полчаса, поэтому нужно его быстрее убивать. А я не... Давай быстро ты поехайся. Фу, какой-то он назойливый. А сейчас что? У него же там вот этот... Ты можешь стрелять, у него вот этот щит.
Как его нам сейчас убить, если у него щит вот этот? Ты не можешь стрелять у него, ты не понимаешь? Я же немного-то попадаю все равно у него. Стой, стой там, или ты еще умрешь? Нет, не умру. Нужно вот твоей тактикой. Я с одной стороны, ты с другой. Во, другое дело. Тут ах, ты хитрожопый. Нифига ты не убил. Ну да. Все, я его убил. Ты его убил? Да. Так и я как раз убил его в тот момент, когда ты умер. Так. Стефи Шелл. Давай. Чаще, а тут что? Тут это просто обычное место, тут чтобы спавнер спрятаться. Был, там спавнер был еще. Иди сюда. The Safely Shelter. О, ты иди посмотри сюда. Это нас подготавливает к финальному вот этому. Дали бы раньше, дали бы раньше. Короче, я это все беру, мы и так это потом распределим. Так, это все взрывает. Сейчас, подожди. Отойди. Ну давай, сейчас ты. Твоя очередь. Раз. Два, три. Два, нажимай. Три. И назад, назад. Валим. На всякий случай закроем эту дверь. О, да ху, нифига. А как это, чтобы меня закрыли? Хорошо, что вышли, знаешь. Фу, все. Не иди, не иди, потому что там лава льется, видишь? Там крипы. Опа. Опа. Чего? Так. Все, я поднимаемся. Да, все, пошли. Третья башкенция. Ура, ура. Так, как-то сейчас мы быстренько, хотя как быстренько, быстренько. Осторожнее, ты тут... осторожнее, не мне бы тебя бы толкнуть, и не тебе ему, меня бы не толкнуть. Так, короче, поднимаемся как можем. Все. Фу. Отлично. Нифига себе там лут, конечно. Это, знаешь, нам дали, наверное, для финальной стадии, то есть... Ага. Фулл алмазный сет зачарен, так, это мы где вылезли. Не дай бог под конец Эндер Дракон будет. Не знаю. Нифига себе, где мы вылезли. Стой, 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 ведьма. Да, пофиг. Ох ты. Последним ударом вообще все красиво было. Знаешь, такой, и она в пропасть летела. Это Спарта. Так, ну чё, давай топали. Потопали, точнее. За так, мной. К нему стрелы не летят, да, я забыл. Да, я, короче, иду домой. Ты за мной там? Да, иду. Побежали. Фу. Короче, я сейчас вообще в недоумении, что нам делать. Или мы пропустили где-то один данж, или последняя башка будет в этом. В церкви, да. Да. Я так и думаю, что она в церкви. Ну, я не знаю, посмотрим. Фу. А хотя я еще знаю, где есть что-то, но я не знаю, данж ли это или нет. Нужно будет потом сбегать. Давай быстренько еще одну башку поставим и на этом заканчиваем. Да, давай. Ты за мной? Да, за мной. Вижу на карте. Оу. Так. Фу. Я башку взял? Да, я. Да. И у меня вот это, Nether Star есть. Все, отлично. Из-за того, что мы убили. Так, зомби. Нет, не скелетон, а зомби. Давай, брарарарам. Ставим. Давай, 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 давай. Опа. Отлично, фу. Ребят, вы видите, уже на данный момент у нас три головы. Еще скелет остался. Это не в тему, они все HD-шные, Стив такой обычный, ну да ладно. Суть не в этом. Суть в том, что мы нашли уже аж целых три головы. Так. Это все сюда. Давай, давай на этом закончим. Полчаса, да, пять серий. Ребята, ставьте лайки за то, что серии такие длинные. Если вам нравится это прохождение, выживание на этом острове, экшен с этими эпичными данжами. И мне, если честно, данжи нравятся. Такие необычные, если честно. То есть не во многих картах есть такие прикольные данжи. Но все, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока, ребят.